Всем привет, вы на канале «Теперь я знаю». Эта история произошла несколько лет назад в Красноярске. 30 декабря, когда все готовились встречать Новый год, в городе кто-то совершил странный поступок. Случайная прохожая увидела в мусорном баке кота, которого кто-то выбросил. Женщина присмотрелась и заметила оставленную записку. Ее содержание просто поразило женщину. В записке говорилось: «Британец, зовут Лева, дома алабай, сожрет его, помогите пристроить, сердце разрывается». Такими были последние слова хозяев Лёвы. Конечно, ситуация бывает разная, зачастую питомцы действительно не уживаются друг с другом, но это же не повод выбрасывать животное на помойку. Владельцы не захотели искать ему новый дом, а решили просто выбросить его. Женщина, которая нашла британца, сразу же связалась с местным приютом для животных, и девушка-волонтер немедленно приехала и забрала беднягу. Первым делом она отнесла британца в ветеринарную клинику. Врач осмотрел животное и уверил, что кот полностью здоров. Лёва оказался очень ласковым и игривым питомцем, хотя такие качества обычно не свойственны для этой породы. Ветеринарная клиника согласилась временно приютить кота, а девушка сразу же приступила к поискам нового хозяина. Удивительно, но в тот же день для Лёвы удалось найти дом. Британца согласилась забрать женщина, у которой недавно умер от старости кот такой же породы, и питомец стал лучшим новогодним подарком для нее. Это еще один пример безграничной доброты людей, которая с легкостью может спасти животное от гибели.